Так, друзья, маленькая зарисовочка. Вот такой вот кебаб стоит у нас 4 евро. Мы сейчас находимся на острове Кипр. Но дело в том, что должен сказать, что вот эти греческие кебабы, когда я был в Греции, в Афинах, я помню, они были вкусные. Но здесь же я уже второй раз беру вот этот кебаб, и что-то он мне не нравится, не знаю. Ну, в смысле, как не нравится? Он нормальный, но какой-то вот такого вот смачности такой у него нету. Не знаю почему. То ли это другие, вот уже во втором месте. Поэтому я так думаю, что больше я брать здесь кебабы вот такие не буду. А пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Так, цена 4 евро, не помню, сказал, нет? Такой среднячок.